Боятся, что не выдержат. В регионе подписано постановление, согласно которому большегрузам весом более 3,5 тонн запрещен проезд по отремонтированному мосту Саратов-Энгельс. Документ будет действовать до конца следующего года. За это время предстоит изучить техническое состояние объекта и понять, как новое полотно выдерживает нагрузку. Тем временем специалисты говорят о том, что в регионе нет средств для осуществления контроля за большегрузами. В ситуации разбиралась Елена Губенкова. Саратовский мост может не выдержать проезда по нему большегрузов, боятся чиновники. Приняли решение запретить грузовому транспорту весом более 3,5 тонн проезд по речной переправе. Вот только с такими запретами в области плохо. Чтобы контролировать фуры, нужны посты весового контроля, которые в регионе сейчас не действуют. Большой вопрос и в том, как следить за тем, чтобы водители большегрузов не нарушали. Ну вот он взвесил, составил акт, отдает инспектору ГИБДД. Вот вам акт, составляйте на основании него протокол на этого водителя. А как этот акт передается от одного лица к другому, ну, это представителям, конечно, соответствующих органов? Этот срок на руки, он чем фиксируется, он чем регламентируется? Я этот акт взял, ага, этот заплатил, а, ну все, это выкидывает. Для того, чтобы контролировать перемещение всех большегрузов в области, необходимо установить 6 пунктов весового контроля. На это нужно время и немалые средства. Придется затянуть пояса и уже в следующем году найти деньги. Есть предложение со стороны, соответственно, дорожного комитета, чтобы у нас было 6 таких стационарных пунктов на основных направлениях области. Это порядка 400 миллионов рублей. Вот сегодня решили, что будут проданы предложения, и в бюджет 2015 года мы посмотрим о включении хотя бы несколько таких дорожных пунктов установить на территории Саратовской области. Ну, а пока их нет, остается под вопросом, кто и как будет следить за тем, чтобы не допустить на мост большегрузы, которые тяжелее установленного порога. В области есть передвижной весовой контроль ГИБДД, но он пока тоже не работает. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.